Ну, вообще предполагалось, что премию за мир в Сирии получит как раз Владимир Владимирович. Но вот я так понимаю, что череда вот этих событий, включая задержание экологов в Арктике, оно, конечно, повлияло на то, что эта премия была, не была заслуженно вручена, потому что действительно война, ну, скажем так, нельзя сказать, что она остановлена, но, во всяком случае, большой войны еще пока нету. И у Сирии есть шанс между собой договориться и установить мир. А иначе бы такого шанса бы не было. Ну что делать? Это большая международная политика. Не в этот раз, значит, в следующий.